пусть это будет война. На которую пиццу не открыть, я повторю твой рекорд. На камеру. Все поймут, как это угодно. Он что-то дрожит, нихуя. Ты поставь сначала. Слава даже. Блять, урод! А ну ты поставь еще раз на паузу. Пал, возьми пиццу кусок. Уйдёшь, бог. Возьми просто этот кусок пиццу. Нахуя ты её поставил? Не надо, не надо. Хочет его придержать. Да блять, чувак, ну это хуже. Всякое говно стряхиваешь туда. Вот сука мудак, ты ходил здесь по полу и стряхиваешь туда говно. Ты понимаешь, он здесь даже чипсы не убирает с пола. Ты понимаешь, что сюда бомжи могут жить, он все равно не подметет здесь. Поэтому, шу-шу, бомж. Мы еще устроим траходром. Чего, блядь? 50 минут? Че, какой 50? Че? Это врет. Ни хрена себе врет. Классно, классно, мне нравится. 50 минут посмотрели, пацаны. Нравится. Ну да, круто, кстати. Ну реально, тебе надо вот когда вот перестрелка блюр уменьшить, когда драка блюр уменьшить, потому что там прям... Не блюр, он имеет в виду, короче, помехи. А вот когда я в Саню стреляю, например, во время драки, там вообще не видно, что я достаю пистолет и стреляю, кроме звука. А вот мне помехи единственное, что затронули, это в перестрелке в главной, там где еще с двух кадров перестрелка идет. Там этот, помехи очень сильно закрывают. А потом у него должно быть самое бешеное состояние, потому помехи добавляют. Ну бешено это бешено, там просто видно бывает иногда. Не знаю, может там, если ты хочешь сделать бешено, там, не знаю, красного фона можешь какого-то добавить, со звуком каким-нибудь глухим. Как в Дацане. Не, не надо. А тут уебанный красный цвет. Дацан, блять. Две сцены, когда люди бегут, и когда ты делаешь один выстрел с дробовика, растянутый на 6 минут, по-моему. Это просто пиздец. Не, а когда этот стрелял? А, да. И Остап, который, блядь, охуенный паркурщик, но его вот только заставили спрыгнуть тупо. Да, пиздец вообще. Это были фотографии, где он сальто делает. Да, да, да. Такой отстой, я думал, это вставите как главного босса. А, блин, знаете, даже выебали тут, показали. Лол, фейл. Лох! Дима! Камазер с маслом. Мне кажется, надо вот в этих моментах как-то почетче все делать, когда я в Саню стреляю, когда сейчас буду выбиваться, играться с ним. Потому что блюр он закрывает слишком много движений. Кидаюсь на него, оно все будет, как будто все в масле. Ну то, ребят, я знаю, что надо посмотреть-то. Йоу. Парнуху. Знаю. Знаю это. Да возьму. Да возьмем его. А этого нет. А что сказать? Там, где жил чудовище. Фильм, что ли? Да. А, у нее есть. Что за херня? А, у нее есть. Фулл HD, сейчас узнаете. Это мегафильм. Сколько он идет? Ну, он долго идет, но мы можем просто начать и посмотреть. Не-не, чувак, нахуй, он идет 1:40. Зачем он начинает смотреть? Он просто обычный кино. Чувак, давай не будем, пожалуйста, я умоляю тебя. Ну, реально, давай не будем смотреть кино полноценное. Полноценно. Оно идет 2 часа, мы чувак. Начнем. Да ты, это ты не полноценный. Только начало. Нет. Я буду вам мешать. Все переделаем. Это ужасы. Вот там где живут чудовища. Это ужасы, это лучше. Блять, это ужасы. Это лучше. Да заткнись. Какой хер, если ты не будешь себя дел, что ли? Это ужастик или это пиздец просто? Пасы, блядь, на снег еще. Да ты задолбал, ты можешь сказать, какой жанр? Адвенчер. То, что он зарылся в жопу, это не адвенчер. Блять, Афан, выруби! Это лучше, чем жанр. Это хуйня. Знаешь, он просто закопался в сугроб, это не адвенчер. Это, короче, ненормальный ребенок. Смешно. Ах, блядь.
Пойду к пасу. Ой. Сука. I'm head. Это кровь, потому что я сосульки попал. А они камнями тупо. Я такой, это соседский придурок. Выяри его. Дайте я улыбу, я заберу трусы. Ёбнутые соседи такие чисто. Не трогайте у него, у него умерла семья. Шал и сам подохнет у меня твари. Да-да-да. А какой камень залип? Не, машина была. Причем все будет именно так, но только без последних слов, типа шутка. Слышь, Майю, можно просто сказать, я тоже, и все. Я говорю, ты должен потом быть, я говорю, тоже. И я потом, типа, батя, отправлю. И после этого еще один брофист. Батя тоже. Лицо вот так плоско нарисовано. Его... Где отсюда? И в окно его. Блин, я сюда, я голый! Тоже. Вы мне попкам некоторые. Сестра вернется, выйдет нам обоим. Мам. Семья идиотов, блядь. Вот. Там же это, облипыши, или как называют, которые говно прилипающее уже к этому. Забух называется. Катушки, это которые свисают, а которые прилипли, это забух. И засохли, я тоже не помню. Страшно представить, что за телевизор. Тоже кидать туда все. Там мертвые младенцы. Саня. Ой. Ляпнул лишнего. Нет, по-моему, нет. Вряд ли. По-моему, нет. По-моему, сколько не моя тема. Он час идет. Что сделал с видео? Он в прошлый раз 17 минут забирал. Ладно, все, тихо. Все, начало. Все, все, все. Я получил. Здесь хорошего я получил. Это он молодец. Просто нечего научил. Куда, да? Я написание искать.